Привет, мои подписчики, зрители моего канала. В сегодняшнем видео покажу вам поселок Закшев. Поселок находится в 5 километрах от города Яроцин. Хочу проехать на велосипеде своем, показать вам этот поселок. Показать, в каких домиках люди проживают. Это я сейчас на въезде в поселок. Вижу стадион, скамеечки такие, вдали площадочка есть детская. Урны стоят. Смотрю, очень много зрителей смотрит меня без подписки. Кому интересно видео, подписываемся на мой канал, ставим лайки. Это мне очень сильно поможет в дальнейшем в развитии моего канала. Сейчас подъеду, вам покажу площадку детскую, школьную. Сейчас еду, покажу вам площадку школьную. Точнее, не школьную, а детскую площадку в селе, в селку. Вот смотрите, такая вот площадочка. Все чистенько, аккуратненько. Видно, что власти беспокоятся. Или люди за чистоту, за порядок. Все смотрится очень хорошо. Едем дальше. Скамеечки, урночки стоят. Сейчас проедем дальше. В селе живет до 1000 человек. В этом поселке проживает до 1000 человек. Люди работают в соседнем селе. На мясокомбинате, на курином заводе. А кто ездит до города, до Яроцина ближайшего, то где работает. Ну, то по разных работах люди работают. Дым с трубы идет черный. Видно, не знаю или нет, в камеру. Люди углем топят. Дровами, углем. Сейчас мы повернем налево, проедем налево. Дети ходят в школу в соседнее село. Село называется Прусы. Здания какие-то строятся новые в поселке. У нас, например, такого, ну, не строят в селах. Хостелы или что, не знаю. Склеп споживчий. Магазинчик сельский такой. Остановочка вижу. Сельская такая. В дворах наблюдаю по две, по три машины. В каждом дворику есть машина. Две, три. Люди ездят на машинах. Дорожка такая идет. Дорога ровная. Асфальт без ям. Вот, не знаю, видно, нет, стеки такие на дороге для воды. Вода сходит, чтобы вода не стояла на дорогах. Я думаю, возле села лес такой находится. Такие домики.
Я как наблюдаю, в Польше очень много двухэтажных домов. Меня там спрашивали в комментариях, поскольку семей живет в одном доме, таком двухэтажном. Поспрашивал я у людей, одна семья живет. Ну, может, где-то две семьи живет. В основном одна семья живет в таком домике. А это о чем говорит? Это говорит о том, что люди могут себе позволить содержание такого дома двухэтажного. Как я узнал, люди работают на мясокомбинате, на курящем заводе. Ну, то есть, это простые люди здесь живут. Сельское хозяйство очень мало здесь держит людей. Не знаю почему, но очень мало сельское хозяйство здесь держит. В основном работают на работах. Очень красиво, привлекательно домики смотрятся. Декоративные растения такие красивые, практически в каждом дворике. Плиточкой все обложено, очень все красиво смотрится. Впереди вот супермаркет Дино. Сейчас мы подъедем, покажу вам супермаркеты. Они практически, супермаркеты находятся в каждом селе. Там, где население до 1000, находятся в каждом селе. Вот супермаркет. И самое, что, ну, как бы удивительно, в селах, в моем селе, там, где я проживаю, есть вот такие вот почкоматы. Вот. То есть доставка работает очень хорошо. Вот такие вот почкоматы. Инпост. Можешь заказать, то есть посылку, ну, без проблем. Придет тебе. У нас, ну, в селах такого нету. В украинских селах. Едем дальше. Такие домики. Вот люди теплицами занимаются, держат теплицы. Такие вот. Не знаю, конечно, что там выращивает, но вот такие вот теплицы. Домик, конечно, очень такой привлекательный. Смотрится хорошо. Друзья, подписываемся на мой канал. Это мне очень поможет в дальнейшем развитии канала. В дальнейших видео буду снимать видео, буду общаться с людьми, спрашивать, где они работают, чтобы содержать такие дома. Вот попроще такой домик. Простенький, но красиво построен, с красного кирпича, и очень так неплохо смотрится. Смотрите, вроде бы то одноэтажный, но на чердаке тоже жилой этаж видно.
что люди живут на втором этаже тоже. Какие домики. Кому было интересно это видео, ставим лайки, подписываемся на мой канал, пишем комментарии. Всем пока.